Информационную безопасность Казахстана сегодня оценил президент страны. Касым-Жомарт Токаев посетил государственную техническую службу, где ему продемонстрировали процесс и результаты работы Национального координационного центра информбезопасности, Центра управления сетями телекоммуникаций, Национальной службы реагирования на компьютерные инциденты и Центра исследования вредоносного кода. Главе государства также доложили, что за 9 месяцев этого года специалисты организации отразили больше 163 миллионов кибератак на ресурсы госорганов и критически важные объекты.